Тех приветствую. Продолжаем рассматривать работы художников, знакомимся с их автобиографией. Ашиль Жак Жан-Мари де Верия. Французский художник, акварелист и литограф, брат Эжен де Верия. Родился 6 февраля 1800 года в Париже. Ученик Жераде Триазона. В 1822 году начал выставляться в Парижском салоне. К 1830 году стал успешным книжным иллюстратором. Известны его иллюстрации к Фаусту Йогана Гетте, Дон Кихоту Сервантеса, сказкам Шарля Перро, одновременно приобретя известность эротическими миниатюрами. В творчестве де Верия преобладали легкие, сентиментальные и фривольные сюжеты. Де Верия был также видным портретистом. Им, в частности, были изображены Дюма отец, Проспер Мериме, Вальтер Скотт, Альфонс де Ламартин и другие. Шарль Бодлер говорил о портретах де Верия, что они отражают все нравы и эстетики эпохи. В 1849 году де Верия был назначен директором отдела гравюр Национальной библиотеки и помощником хранителя египетского отдела Лувра. В последующие годы он преподавал рисование и литографию своему сыну Теодулю. И оба они работали над семейным портретным альбомом с 1853 года до его смерти. Они нанесли краску на несколько портретов в альбоме, возможно, готовясь к печати литографии с фотографией. Был известен тем, что писал портреты художников и писателей, которых он развлекал в своей парижской студии. Последние дни своей жизни де Верия провел, путешествуя по Египту, делая рисунки и переписывая тексты. Умер 23 декабря 1857 года в возрасте 57 лет. Работы художника выставляются в Лувре, музее искусств Сан-Франциско, коллекции Льежского университета. Ну, так вкратце из Википедии переводной о французском художнике, акварелисте и литографе Ашиль Жак Жан-Мари де Верия. Пока-пока, до свидания, смотрим работу.